Хороший вопрос. Во-первых, масляный пожар начинается тогда, когда масло сильно разогреется. Большинство масел начинает воспламеняться при температуре 232 градуса по Цельсию. Вода тяжелее масла. Вода опускается на дно, сильно нагревается, и начинается процесс испарения воды, что повлечет с собой некий взрыв, распространяя горящее масло по всей кухне, распространяя огонь по всей кухне. Порошком вы собьете пламя. Потушить горящее масло порошком вам не удастся. Соответственно, вы получаете эффект повторного возгорания. Это неэффективно. Разработаны специально для таких случаев автоматические, автономные установки кухонного пожаротушения. Данные установки в своем составе имеют огнетушащее вещество водный раствор калия, который эффективно охлаждает поверхность, которая нагрелась. Процесс омыливания превращает огнетушащее вещество в пенную шапку, накрывает поверхность, и, соответственно, мы прекращаем доступ кислорода, и у вас происходит эффективное тушение данного пожара.